Цены на социально значимые продукты должно устанавливать государство. На заведение госмонополии выступает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он считает, что установив фиксированные цены на алкоголь, табак и сахар, можно повысить уровень жизни и пополнить бюджет. Монополия уже 100 раз говорили: алкоголь, табак, сахар. Потребляемые каждый день продукты питания. Или, так сказать, не питание, но тем не менее относится к этой сфере. Не хотим. Царь хотел, советская власть хотела. 20-30% бюджета. Сейчас 3%. А то и меньше. Почему этого не делает? Значит, сильна алкогольная мафия. Лидер ЛДПР опирается на мировой опыт, где никто не получает сверхдоходы социально значимых продуктов. Торговая надбавка не более 20%, иначе рост цен не остановить. Так делают в Японии и во многих странах мира. Все, что я говорю, это мировой опыт. Фермерам гарантировать 70% торговых мест. Нет этого. Так мы и принимаем законы, торговая мафия мешает. Кризисное время, зарплаты заморожены, а в некоторых регионах даже снижены. Владимир Жириновский заявляет, что уровень жизни падает вместе с доходами населения. Жириновский подвергает резкой критике социальный и экономический курс нынешнего правительства. Лидер ЛДПР предлагает ввести прогрессивный налог на сверхдоходы, значительно увеличить минимальную оплату труда и ввести ограничения по максимальной зарплате. Зарплата минимальная 20 тысяч, максимальная 200. Давайте депутатам понизим, министрам, всем. То ректоры получают по 300-400 тысяч, главный врач, а у них рядовые преподаватели врачи получают в 10 раз меньше. Это не годится. Руководитель должен получать, так сказать, чуть-чуть больше, чем остальные. Но не та разница, которая есть. У нас есть товарищи, в день 1 000 000 рублей получают, 1,5-2 в день. Это что за зарплата? В мире такого нету. В мире такого нету, чтобы люди в день получали несколько миллионов.